Значит, нам сейчас прежде всего потребуется воображение, потому что сейчас у нас будет воображаемый противник. Вот, я хочу вас познакомить. Это Сергей. Сергей. Очень приятно, Сергей. Очень приятно. Значит, опасность нас может подстерегать в любой ситуации, в любой момент, и сейчас мы ее смоделируем. Итак, будем, так сказать, считать, что вы находитесь в безлюдной местности. Спереди у вас арка, слева мусорка, по центру бетонные плиты, сзади сгоревший автомобиль. Злоумышленник Сергей подкрадывается сзади и совершает удушающий захват справа. Справа! Какие наши действия? Какие наши действия? Наши действия следующие. Производим захват большого пальца воображаемого противника. Ударом каблука в ногу вводим его в состояние болевого шока и повергаем на землю. На землю. В пространство, ну, между помойкой и забором. Далее важно понимать, что ни в коем случае не нужно геройствовать, а важно как можно быстрее убежать, пока злоумышленник в шоке, а большой палец его правой руки зажат арматурой. Если вы все-таки промедлили, он производит захват вашей правой щиколотки. Какие наши действия? Какие наши действия? Мы используем любой подручный предмет в радиусе досягаемости. Наносим удар по руке и убегаем. Поскольку злоумышленник, упав, перегородил нам выход к арке, мы покидаем подворотню строго по диагонали направо через дыру в заборе. Далее у нас есть 10-12 секунд, пока злоумышленник находится в состоянии болевого шока. Как только вы почувствуете, что вас догоняют, нужно воспользоваться естественным препятствием в виде первого попавшегося автомобиля. Далее крайне важно привлечь внимание граждан, произведя какой-нибудь громкий звук. Лучше всего для этой цели подойдет свисток. Но если у вас его не окажется, если граждане в районе подворотни не проявляют активности, нужно сесть на первый попавшийся автобус и покинуть опасную зону. Повторяю, не нужно геройствовать. В случае, если осуществление продолжения движения невозможно, нужно немедленно покинуть автобус и найти естественное укрытие. Наилучшим естественным укрытием является девушка. Мы скрываемся за ней. Не надо геройствовать. Злоумышленник Сергей врывается в кафе. Он видит девушку. Их взгляды встречаются. Он подходит к ней. Он забыл о вас. Не надо геройствовать. Таким образом, воображаемый противник встретил любовь всей своей жизни, что отвлекло его. И таким образом вы спаслись. Скажите, а если... А можно, чтобы злоумышленник произвел захват не справа, а слева?
сразу. Давай, давай, ага, давай, давай, сейчас, поднимайся. Ага, нападаешь. Ага, еще. А ты прям на лысо, раскрыл. А, отлично, и сверху с микрофоном его. Микрофоном прямо.